С появлением захрюшек у меня изменилось отношение к маленьким улиткам. Какая-то новая любовь, что ли, проснулась. Такого раньше я в себе не замечала. Все-таки считала, маленькие есть маленькие, а тут... Если раньше для меня улитки были лишь для того, чтобы вечером прийти к ним, кормить их, релаксировать, отдыхать от прожитого дня, то теперь я это делаю уже с утра. Уже с утра, пока позавтракала, готовлю им еду. Достаю салатик, нарезаю яблочко, тыковку, прихожу, убираю. Все лишнее, все ненужное, что вроде бы как портится, но вот это вот им нравится, поэтому оставляю. Я насушила даже им крапиву, перемолола, и оно у меня теперь есть, никогда не было раньше. И я отмываю им крышечку, я брызгаю стеночки, я раскладываю листики свежего салата, слегка посыпаю крапивой, причем я знаю, где я крапивы посыплю, именно в том месте салат начнет портиться, поэтому я стараюсь не попадать в серединку, чтобы серединка подольше сохранилась. Я добавляю им вкусное яблочко, кладу слайсик с тыковкой, тыковку тоже посыпаю крапивой, тут главное не переборщить. Потому что крапива содержит тоже много кальция, и чтобы не перестараться.